Друзья, всем привет! Давайте я вам сегодня расскажу новости о моем канале, поделюсь с вами своим опытом, покажу вам монетизацию, сколько мне удалось заработать за последние 16 дней, то есть за сентябрь. Так, ну, чтобы не затягивать ваше время, сразу перейдем на монетизацию. Я закрою здесь номер кошелька моего и вот все мои выплаты. Деньги ввожу ежедневно. Как вы можете увидеть, были даже и по 10 тысяч за день мне залетало. И в общей сложности за 16 дней я заработал 51 407 тенге. Ой, рублей, сори. 51 407 рублей. Итак, давайте же посмотрим, как мне этого удалось добиться. И что, в принципе, из себя представляет канал. На сегодняшний день у меня 7117 подписчиков и аудитория 3 миллиона 822. Вот. Карма очень слабенькая, 23 всего лишь из сотни. И место среди мастеров тоже очень слабенькое. Но при этом, ребят, ну смотрите, мы перейдем в Яндекс.Дзен и посмотрим полностью. Посмотрим полностью все каналы, платформы. Здесь они идут по релевантности, то есть самые популярные. На странице по 20 каналов. Вот следующие 20. Я жму. И здесь я вижу, что в 30-ке. Канал находится в 30-ке. Вот он мой канал. Канал вообще задумывался о личностном росте, мотивации, современных инструментах, сервисах, о бизнесе в интернете, маркетинге и всем самым лучшем, с чем соприкоснулся автор, то есть я. Всем добра просто так. Ну, здесь мои ссылки на соцсети идут. Ребят, ну, что сказать. Да, канал планировал именно так, в таком формате, но, к сожалению, так не получается. Поэтому приходится публиковать все, чтобы набрать аудиторию, подписчиков. И мы понимаем, что хлеба и зрелищ, как всегда, требуется. Вот. И, допустим, такие проекты, такие статьи, вот как, допустим, США, будущее, плод социализма, ну, их почему-то не читают. Вот. Что здесь есть еще такого интересного? Вот, как будет выглядеть автомобиль будущего, к примеру, да, такие статьи, их практически не читают. Все, что связано с инновациями там и тому подобное, с хорошим опытом, которым я делюсь, заработка в интернете, использование каких-то программ, фишек и тому подобное. Вот есть полноценная статья у меня, это исследование, что происходит в Америке. То есть на эту статью я потратил кучу времени, докопался как бы до сути и разобрался вообще, откуда идут протесты в США, да, и мы видим вообще 368 дочитываний всего лишь. Хотя детально разобрал я, кто стоит за этими процессами. И все. Но мы, как видим, такая информация не очень интересна людям. Ну и поэтому, понимая, что все-таки народу, как со времен Рима, ничего не изменилось, надо всегда хлеба и зрелищ. И получается, чтобы привлечь аудиторию основную свою, мне приходится публиковать всякие такие хайповые штуки. Это рыбалка там и тому подобное, там угорь против карпа, кто сегодня победит это видео. Да, и, конечно, что-то по технике. Мы вот видим, что есть здесь у нас по 3 миллиона показов. Там. Сейчас у меня самый такой ролик хайповый, да, который выстрелил. Прям реально очень круто. Это битва мангуста с королевской коброй. Кто победит? 8 миллионов 130 тысяч 600 показов и 4 миллиона просмотров. Вот. И для того, чтобы привлекать в общем аудиторию, приходится разбавлять контент всякой хайповой такой темой. Хорошо, что многие подписчики понимают. Некоторые, конечно, возмущаются и говорят, что жесть, зачем ты это публикуешь. Но, ребят, поймите, чтобы канал вывести как бы в топ, да, в первую тридцатку, нужно по-любому это делать. Вот. Конечно, весь этот контент, еще хочу сказать, что видеоролики заходят очень хорошо, статьи не очень.
Вот. И я не видел ни одной рекламы на своих собственных роликах. Конечно, они сняты все не мной лично. Вот, но над каждым роликом я провел большую работу. Это редактирование, озвучивание, анимация, что-то еще, какие-то вещи. Поэтому Яндекс.Дзен не запрещает так делать, и можно использовать это. Вот. Ребят, я не хочу вам раздавать никаких советов. Для меня Дзен это своего рода хобби. Я очень рад, что мне хоть удается еще и что-то зарабатывать помимо этого. Но цель заработать была не основной все-таки. Канал у меня блокировался один раз, то есть были ограничения. За когда-то я опубликовал что-то, я удалил все сомнительные статьи и видеоролики, которые Дзен мог заподозрить там в каком-то, я не знаю, копировании, либо что-то еще, хотя все это уникальный мой контент. Да, отснятый не именно мной, да, не моими руками, я по видео имею в виду, но сделан он, переработан мной лично. Вот. Не хочу вам советовать ничего такого, то есть как это делать, там нету уникальных рецептов, да. Для вас это должно быть интересно, вы должны кайфовать от этой темы. И я заметил за собой, что даже в процессе идешь куда-нибудь, гуляешь, либо еще там где-нибудь, тебе попадаются какие-то вещи на глаза, ты их запоминаешь, и у тебя появляются новые такие хорошие идеи, креативные. Да, не всегда они нравятся остальным людям, но это прикольно. Это своего рода, как будто смотришь на мир немножко по-другому. До того, как я начал вести Яндекс.Дзен, как-то было все обыденно, а сейчас все становится острее ощущения. И во всем ты, в принципе, как-то, ну, видишь какой-то контент. Ну, это прикольно. Своеобразный взгляд такой на жизнь поменялся. Ребят, я вам всем желаю успеха, кто ведет свои каналы в Дзене. Пробуйте, экспериментируйте. Конечно, нужно делать хорошее описание, не заниматься кликбейтом по возможности, да. Не то, что по возможности, а чтобы заголовки соответствовали тематике ваших публикаций. Ну, не нарушать правила Дзена, конечно. И всем добра вам, всем успехов. Пробуйте, зарабатывайте. Но самым ключевым моментом вам должно это нравиться. Не рассматривайте это как какой-то доход, либо там заработок. Потому что никому не понятно до конца, как работают алгоритмы Дзена. Но даже если что-то у вас выстреливает, через 2-3 дня это может закончиться, и опять вы перестанете зарабатывать. Да, кстати, по блокировке, по ограничениям. Я ждал 2 недели, пока снимут ограничения с канала. Вот, конечно, очень расстроился, потому что у меня уже был какой-то результат. В среднем день у меня выходило зарабатывать от 3 до 5-6 тысяч рублей. Это очень радовало. И потом на... Вот, о чем я говорю. Но я не опустил руки все-таки, да, почистил канал, начал делать новый контент, еще строже начал подходить к себе, как бы, и это дало свои результаты. Ребят, ну все, и так слишком длинно получилось. В общем, всем добра, подписывайтесь на канал, буду делиться с вами дальше своим опытом.